Привет! Сегодня мы с вами снимаем очередную пробу с картошки. Точнее, не с картошки. Точнее, не пробу, а... Забыл это слово. Это я пытаюсь мешок притащить с картошкой. Очередной контроль урожайности. Оп! Вот сейчас будем смотреть, сколько она дала. Мешки, как видите, одноразовые получаются. 14 рублей мешок обязательно уходит в лободы. То есть картошка получается не очень дешевая. Ну, сегодня 11 июля. И это неделю назад мы уже пробу снимали. Можете посмотреть видео, на канале есть. Канал Village.ru в одно слово. Так, смотрим. Начинаем раскапывать нашу картошку. Вы уже в курсе, что картошка у нас в один ярус. Все равно растет. Не получается несколько ярусов. Так что вот... Пробуем ее выдернуть. Оп. Сейчас завесим. 570 грамм тара весит. Раньше мы ее с вами считали поштучно, потому что была еще мелкая. Не дошла. Вот она отцвела где-то 4 дня назад. То есть еще, конечно, копать рановато. Так, это что такое? Это похоже старая. Или молодая. Сейчас посмотрим. Нет, это старая картошка. Так, куда бы ее деть? Вот сюда. Вот, видите? Все равно один ярус. Даже если сажаешь в мешок, вот здесь она ничего не выпускает. Причем это зарыто было так основательно. Ботва хорошая. Ботва хорошая. Картошка все равно в один ярус. С учетом того, что каждый куст обходится дополнительные 14 рублей, я бы сказал, что в мешках сажать никакого смысла нету, если вы не сажаете ее на балконе. Но урожайность неплохая, в количестве штук достаточно прилично выходит. Там и по 18 штук было. Оба, есть. А... Ну вот затраты лишние на мешки, на подвоз грунта, но зато не надо окучивать. Если кого сильно ломает окучивание, то, конечно, это спасение. Ну вот, докопался уже до дна мешка. Просеиваю, чтоб уж точно. Но в мешках есть плюс, я говорил в прошлом видео, что можно парничок посадить, будет более раннее. Как видите, это Подмосковье, и 11 июля мы уже копаем картошку на еду вполне. Так, ну все, больше нету, осталось только мешок вытащить. Нету. Но то, что вот грунт вы насыпаете, это не напрасно потерянный труд, потому что этот грунт идет на грядочки. Потом уже хороший. Я не особый огородник, так что ничего не делать, а что-то съесть. Вот. Ну, как видите, ничего не делать не получается, а съесть не так уж много. Но зато чуть-чуть пораньше. И свою картошку все равно не сравнишь с любой покупной. 1430 минус 570. То есть минус 600, да, будем считать. 800 грамм. Да, 800 грамм примерно. Ну, не так уж плохо.
не так уж плохо, но не в несколько ярусов. Пока смотрите другие наши видео.